Всем привет! У меня новая камера. Вот, я ее тестирую сегодня. Надеюсь, что вам понравятся мои новые видео, которые будут более теперь красивые. Вот. Хочу вам рассказать о наших делах и планах. Сейчас мы снимаем клип, как вы знаете. Это ладно, это потом, я уже рассказала. Вот. Также мы готовим новую песню, которая называется «Про кота». Она очень классная. Вы ее могли слышать на наших концертах. Она немножко изменится, станет очень красивой и станет более... даже не знаю, обретет свою форму. Вот. Я, если честно, в восторге от нашей аранжировки и готовлю сейчас свой голос, вокал к записи, чтобы все получилось как надо. Вот. Также я сегодня дала интервью для одного издания, пока не скажу какого, так интереснее. Буду делать репосты, перепосты везде в своих соцсетях, вы увидите нашу... Ну, этот пост с интервью, вот, что-то мне приходит там на телефон, не обращайте внимания. Вот, я в очках тут, вы видите меня, мое отражение, как я снимаюсь на камеру, вот. Надеюсь, что в следующий раз я буду без очков, просто очень яркое солнце. Еще какие новости? У нас вышел EP. Как вы знаете, наверное, надеюсь, что вы знаете, вы следите за нашими новостями. Вот. А этот EP вышел неожиданно. Расскажу вам, как все произошло. Я отдала на рекорд лейбл свои записи, 4 песни, чтобы они были доступны в iTunes по предзаказу. И iTunes выложил их как EP. Исходя из объема, то есть 4 песни – это EP. Вот. И я спросила у Record Label, можно ли что-то с этим сделать, потому что мы хотим альбом. Вот. Но Record Label сказал мне, что они говорили с iTunes, и, в общем, нельзя. В общем, будем заливать по мере поступления треков. Будет дополняться как бы этот альбом, который заполнится, станет потом в целом полноценным альбомом. Вот. Ну, в принципе, мы не расстроились, а решили воспользоваться ситуацией и всячески сразу презентовать этот EP по мере возможности. Теперь мы рассказываем о нем везде, во всех пабликах, сообществах, в интернете и везде, где только можно. Стараемся эту информацию осветить, так что рассказывайте своим друзьям, что у нас EP. И приходите на презентацию завтра, в среду, 13 апреля, в 19:30. Мы будем в клубе Джимми выступать. Вход будет свободный. Все, как мы любим. Все, как вы любите. Вот. В общем, надеюсь, что вам понравится. Мы очень стараемся. Правда, делаем все для вас, чтобы было красиво и... нравилось, вот, нам нравится. Надеюсь, что скоро мы с вами увидимся еще, я буду что-нибудь еще снимать. Кажется, я уже, наверное, рассказала наши новости. Вот. В общем, рада была вас видеть и буду рада видеть вас завтра. Пока. Где тут кнопка? Я еще не разобралась с фотоаппаратом, вы меня извините. Вот. И я не умею ничего монтировать, поэтому... поэтому, если я буду нести чушь или буду странно немножко выглядеть, вы меня уж простите, пожалуйста, потому что я... это мне сложно с техникой, и у меня доисторический компьютер, который я стараюсь лишний раз не беспокоить по всяким поводам. Вот. А еще я посмотрела вчера фильм «Маугли», «Книга джунглей» называется.
Очень классный фильм, очень всем рекомендую. В 3D, я впервые смотрела 3D, до этого я ни разу не видела. Я просто в восторге от этого, потому что это удивительно, все около тебя. Я вижу тигра, и я прям чувствую, как запах тигра. Там идет дождь, я чувствую запах дождя, и кажется, как будто я могу дотронуться руками до того, что происходит в этом фильме. И когда звери слишком близко подходят к тебе, кажется, что он может на тебя напасть. Это, на мой взгляд, конечно, удивительная вещь. Я в восторге от этой придумки. Вот. Теперь я, в общем, буду ходить постоянно в 3D кинотеатр и смотреть эти фильмы, потому что это удивительно. Вот, в общем, я пойду, хватит болтать, пора делами заниматься. Вот сейчас выложу видео, в общем, ждите. Смотрите, это такой замкнутый круг, да, я снимаю, одновременно думаю о том, как я буду это выкладывать. В общем, подумайте об этом. Так, где тут кнопка?